Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телепередача «Школьное телевидение» и ее ведущие Света и Саша. Наши корреспонденты готовы рассказать о самом главном из мира школьных новостей. 18 октября 2013 года на базе школы номер 47 состоялся республиканский проект «Аналитический семинар. Механизмы внедрения электронной образовательной среды в рамках реализации федеральной программы развития образования на 2011-2015 годы». В семинаре принимали участие школы-победители республиканского конкурса «Умные школы Бурятии». 30 школ. Приказом министра образования и науки Республики Бурятии школа номер 47 определена республиканской пилотной площадкой по реализации данного проекта. В первой половине дня на пленарном заседании подводились итоги первого этапа внедрения электронной образовательной среды в школах Бурятии. Во второй половине дня прошли творческие мастерские и мастер-классы учителей школы номер 47. В работе семинара участвовало 110 человек. Возглавил работу министра образования и науки Республики Бурятии Алдар Валерьевич Дамдинов. Света, как ты думаешь, можно ли преодолеть трудности одному? Наверное, сложно, но у нас готов сюжет на эту тему. Сегодня в детском саду «Рябинушка» номер 95 проходит военный турнир «Золотая осень». Участвуют садики 50, 8, 16. Команды прибыли вовремя, как настоящие военные. На родителях и детях были накидки с номерами детского сада. На торжественном открытии некоторые командиры разволновались, ведь это первая зорница в их жизни. Отряд равняет смена. У нас есть вот такие виды, как переноска пострадавшего, ходьба по кочкам, преодоление условного болота, переползание по-пластунски. Для родителей мы включили тут стрельбу из пневматической винтовки. И в виде мастера-класса, значит, ребята участвуют в преодолении навесной переправы, по параллельным перилам преодолевают условные ущелья, допустим. И также выполняет комплексы силовые упражнения, которые предусмотрены президентскими тестами. Ну и для взрослых еще есть такая полушуточная, полуигровая, на командообразование игра, командная ходьба на лыжах на время, на расстоянии. Этап «Проползи под колючей проволокой» – это значит проползти по-пластунски, не задев планку. Дети и родители старались изо всех сил. Самое главное, как бы, что мысль это, что ребятишки и взрослые все вместе, как бы, культурно, как бы, вроде отдыхают и спортом занимаются. Почаще в такие мероприятия. На навесной переправе тоже непросто. Главное – удержаться и не упасть. Не страшно, ведь рядом отец, который всегда поддержит. Самое лучшее занятие для малышей – это то, где принимают участие их папы. Семьи соревнуются, болельщики ликуют. Вот это я понимаю, настоящая зорница. На метание гранаты надо было выбить воображаемый танк с линии с трех попыток. Соревновались в меткости. Сначала папы, потом дети. Неважно, кто станет победителем, пройдя все эти этапы. Главное, что ребята узнали, что такое быть хорошим товарищем, чтобы преодолеть трудности всей командой. Зорница стала настоящим праздником для детей и их родителей. Зачем нужны журналисты? Где сложнее работать? На радио или в газете? А может быть, на телевидении? Все ответы на эти вопросы можно узнать у юных корреспондентов передачи «Школьное телевидение». Ребята, присоединяйтесь к нам! Привет всем жителям столицы Солнечной Бурятии! С вами любознательные телеведущие рубрики «Познавайка» Катя и Таня. Кстати, вот на свете столько интересных профессий, но меня интересует именно журналистика. Как думаешь, каким должен быть настоящий журналист?
Но я думаю, журналист должен быть коммуникабельным, сообразительным и артистичным. В Центре школьного телевидения мы изучаем не только журналистику, но и актерское мастерство. Для чего? Для того, чтобы вы могли органично чувствовать себя перед камерой и вести диалоги с разными людьми. Я думаю, многим ребятам будет интересно узнать, что такое стендап. Стендап – это вербальный репортерский прием, когда журналист работает непосредственно в кадре. А что такое вербальный? Ну вот, например, на месте репортажа тебе нужно передать, что происходит на месте событий. И ты подбираешь слова и произносишь речь в камеру. А кто же был первым журналистом? Журналистика своими корнями уходит в античный мир и средневековье. В Египте и Месопотамии новости разносились с помощью глашатаев и вестников. Первый печатный вестник возник в Древнем Риме и своим названием и внешним видом напоминал государственные документы, акты и указы. Когда же журналистика появилась в России? 21 год можно считать годом возникновения первой российской газеты «Куранты». Она была рукописная, выпускалась в виде свитка в нескольких экземплярах, 2-4 раза в месяц, для царя Алексея Михайловича и его приближенных. Газета содержала выборку сообщений на военные, придворные, дипломатические и торговые темы из зарубежных газет. В России журналистика возникла в 1702 году. По указу Петра Великого была создана первая российская печатная газета «Ведомости». Катя, а знаешь ли ты, из чего состоит текст журналиста? Это лучше ты нам расскажи, кто у нас учится журналистике? Сюжет состоит из закадрового текста, синхрона маленького отрезка интервью. Также используются лайв и много других интересных фишек. Но только это уже секреты телевидения. Кто хочет попробовать себя в этой интересной профессии, мы ждем вас в Центре школьного телевидения. Катя, спасибо тебе большое, что помогла мне разобраться в профессии журналиста. Я рада, что смогла тебе помочь. Ну что, ребята, до скорой встречи на следующей неделе. Пока всем познавайкам! Журналист разрешает проблемы? Да, и не только. Он помогает восстановить справедливость. Кстати, самые сложные из них обязан решать избранник народа. Вот и посмотрим, что об этом думают будущие депутаты. Здравствуйте, я представляю телекомпанию «Диком» программу «Скул ТВ». Все ругают наше правительство из-за того, что они ничего не делают. Что бы вы сделали, если бы были на месте депутата? На дороге в первую очередь. А наши депутаты вроде бы все делают, то, что нужно для Уланды, для школы, для Бурятии. Они знают свои задачи, полностью ее выполняют. Нарушителей на дороге было меньше. Бесплатное, чтобы было обучение для наших школьников, студентов. Строила много детских садиков, площадок для детей. Не знаю. Бурятию сделал большой границей. Что бы ты сделал для своей школы? Для своей школы? Ну, я бы покрасила. Прежде я бы сделала ремонт школы, повысила зарплату бы и сделала как бы ее краше и популярнее. Чтобы школа наша была самой лучшей школой. Школу привела, ну, много хороших педагогов, чтобы они обучали детей. Можно сказать, починил или как? Не знаю. Ну, как в еврозоне. Чтобы в столовой не ждать по 3 часа. Построил новую бы. Какую проблему вы бы решили в первую очередь? В Улан-Удэ, в Бурятии? Ну, я бы поставил бы повсюду штаты, всякие разные фонтаны, фонарики. Я бы повсюду бы убрал бы везде бы мусора, ну, везде бы посадил бы цветы бы и сделал бы освещение получили. Ну, я бы сделал, чтобы все люди были бы равны, там не было бы богатых и бедных. Сегодня в нашей рубрике «Я красивая» мастер-класс по созданию ловца снов. Такие амулеты есть у североамериканских индейцев и сибирских народов. Хороший сон – хорошая жизнь. Так говорили древние индейцы и в чем-то были правы. С вами Лена, и сегодня я расскажу вам, как избавиться от ночных кошмаров. В студии моя помощница Настя. И сегодня мы будем делать вот такой ловец снов. А что это такое? А давайте сейчас узнаем. Для работы нам понадобятся нитки мулине, перья, большое колечко, в нашем случае это старый браслет, бусины для украшения, ленты и шнурок. Итак, приступим. Берем ленту или шнурок и обматываем вокруг нашего кольца. Давайте возьмем белый шнурок. Давай, почему бы нет.
Ловец снов – это индейский талисман, защищает спящего от злых духов. Теперь проделываем то же самое, только с мулиной. Настя, какой цвет выберем? Давайте красный. Давай. У нас закончилась нитка. Давай плетем еще одну. Так, смотри, Настя, просто мы берем и наматываем на предыдущую. Как бы перекрывая ее. Таким образом продолжаем оплетать всю окружность нашего браслета. Я закончила плести браслет. Теперь будем плести паутинку. Начинаем оплетать таким образом. Продеваем иголку и как бы делаем вот такие узелочки. Симметрия здесь не важна. Смысл и значение ловца снов у всех индейских народов различны. Так у народа Лакота считают, что ловец снов ловит добрые мысли и сны, а пропускает все негативное. Таким образом у нас получилось такое плетение. Далее делаем в точности так же, только захватываем вот эту часть. А у народа Аджибвы ловец снов фильтрует сны, пропуская лишь приятные и добрые. Злые и страшные сны запутываются в его паутине и с первыми лучами солнца рассыпаются. По правилам, ловец снов изготавливается из свежего ивового прута, белой хлопковой нити и перьев. Можно оставить отверстие, а можно вплести туда бусинку. Настя, ты выбрала бусинку, которую мы будем плетать? Да, мне понравилось вот это. Ага. Отлично. Сейчас мы ее туда вплетем. Теперь делаем подвеску для нашего амулета. Для этого берем нитку и вдеваем туда несколько бусин. Настя, помоги мне их выбрать. Да, вот эту рыбку. Рыбку. И вот эту черненькую. Отлично. Продеваем, отрезаем, завязываем узел, продеваем. Вот и получилась подвеска. Сейчас мы будем делать кисточки подвески. Для этого нужны перья. Надеваем перышко и нанизываем на него бусинку. Затем прикрепляем сбоку нашего амулета. И не забываем закреплять. То же самое делаем с другой стороны и посередине. Вот и все. Ваш личный ловец снов готов. Теперь ваш сон будет охраняться, и ни один кошмар не пройдет в вашу реальность сновидения. Для следующей встречи нам понадобится флисовая ткань и нитки. Будем утепляться? Это правда. Очень легко сделать. Ну, а мы с вами прощаемся и желаем вам только приятных ночей. Пока! В зал художественного музея имени Сампилова «Звездная мистерия бурятских художников». Здесь представлены их произведения, начиная от классики до современности. Выставка «Мистерия» посвящена Геннадию Васильеву, который внес большой вклад в развитие бурятской национальной культуры. Творчество Геннадия Васильева. Целый мир образов, в которых переплетаются черты реальной действительности и художественного вымысла. Сюжеты Геннадия Георгиевича с глубоким смыслом.
Вся эта выставка – совместный проект творческой мастерской Дашина Мдакова, Национального музея Республики Бурятия и Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. Концепцией данной выставки было то, чтобы показать скульптуру как некую мистерию, как таинство ваяния и раскрыть этот вид искусства в различных материалах, какой бывает скульптура, и, конечно же, показать ретроспективу данного вида искусства, именно бурятского искусства. Пожалуй, трудно не согласиться с высказыванием Эйнштейна. Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым способом. Именно эти мысли бурятских скульпторов мы можем узреть в художественном музее имени Сампилова. На выставке размещены произведения из различных материалов. Здесь есть бронза, дерево, металл, шамота и даже соль и камень. Экспозиция выставки отражает развитие скульптуры 20-21 веков. О выставке «Мистерия» я слышала от друзей, знакомых. Мне стало очень интересно ее посетить, собственными глазами увидеть работы великих мастеров и проследить за скульптурой, историей развития бурятской скульптуры. На выставке «Мистерия» представлено более 120 работ разных мастеров Бурятии. Центральную роль экспозиции занимает произведение Дашина Мдакова. Они имеют ярко выраженный уникальный авторский стиль. В его основе лежат элементы национальной культуры, традиции Центральной Азии и буддийские мотивы. В работе скульптора можно проследить стиль его наставника Геннадия Васильева. Все-таки ретроспектива, получается, это история бурятской скульптуры. И здесь наряду, как со старыми мастерами, выставляются работы и современных мастеров, которые работают в настоящее время. Благодаря выставке «Мистерия» мы окунулись в историю бурятской скульптуры, которая действительно поражает своим многообразием. Известно, что у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому важно использовать первый и единственный шанс для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя. И сегодня я расскажу вам, как правильно делать маникюр. Слово «маникюр» пришло к нам из латинского языка. «Манус», что означает «рука», и «кура», «уход». Еще с глубокой древности люди заботились о красоте своих рук и ногтей. А это наш маникюрный кабинет. Здесь выполняются различные процедуры по уходу за ногтями. А это Евгения. Ей я буду делать маникюр. Здравствуйте. Для выполнения маникюра нам понадобятся следующие инструменты. Кусачки для удаления кутикулы, пушер, апельсиновые палочки, пилочка с абразиной 240 и косметические средства, такие как питательный крем, антисептик, жидкость для снятия лака, кутикул, праймер, основа под лак, закрепитель лака, акриловые краски и кисточки. Также нам понадобится ванночка. Основой для ванночки будет являться жидкое крем-мыло. Обрабатываем руки и инструменты антисептиком. Затем удаляем лак с ногтевой пластины при помощи ватного диска и жидкости для снятия лака. Очищаем грязь вокруг и под ногтями при помощи апельсиновой палочки. Придаем форму ногтям на левой руке. Для начала запиливаем параллели. Затем выводим к центру. После того, как мы придали форму ногтям на левой руке, пускаем ее в ванну. Пока левая рука отмокает, придаем форму ногтям на правой руке. Достаем по одному пальчику из ванночки, вытираем его. Кутикул нужен для того, чтобы смягчить кутикулу. Берем пушер и отодвигаем кутикулу. Выполняем те же самые действия с правой рукой. После того, как мы вынули обе руки из ванночки, приступаем к массажу с применением питательного крема. Как бы стягиваем пальчики сверху вниз.
оттираем ногтевую пластину от крема с помощью жидкости для снятия лака и ватного диска. Далее наносим праймер. Праймер нужен для того, чтобы обезжирить ногтевую пластину. Далее наносим основу под лак. Она нужна для того, чтобы основной лак распределился равномерно по ногтевой пластине. После полного высыхания основы приступаем к нанесению основного лака. Лак наносится на все ногти, кроме безымянного, так как безымянные ногти будут декорироваться рисунком. Для нанесения рисунка нам потребуются акриловые краски черного и золотого цвета, кисточка и палитра. Когда высохнет основной лак, наносим закрепитель. Закрепитель наносится для того, чтобы основной лак как можно дольше держался на ногтевой пластине. После того, как закрепитель высох, наносим масло на кутикулу. После выполнения маникюра Женины руки стали более мягкими и эластичными. Ногтевая пластина приобрела ухоженный и красивый вид. Женя, тебе понравилось? Да, спасибо. Подобный маникюр без труда можно выполнить в домашних условиях. Экспериментируйте с цветами лака и рисунками, и ваши ноготочки будут прелестны каждый день. Далее наш рассказ об успехах юных артистов. Не так давно во дворце детского юношеского творчества появился музыкально-эстрадный театр «Королек», который сразу заявил о себе как сильный перспективный коллектив. Количество ребят коллектива – более 100 участников. У нас уже есть маленькие, но успехи. В прошлом году мы поставили новогоднюю сказку про трех богатырей. Очень интересная получилась история. В конце года, в мае, мы побывали на всероссийском конкурсе «Роза ветров» и оттуда приехали с победами. Мы стали лауреатами, дипломантами. Нас пригласили в город Сочи. За небольшой период времени воспитанники студии постоянно участвуют в подготовке и проведении крупных городских и республиканских мероприятий. В качестве ведущих, в театрализованных программах, с отдельными номерами выступают на концертах. Этим летом театралам удалось съездить в поселок Кучугуры, в Анапу. На всероссийскую театральную смену юных талантов ты можешь. Были очень профессиональные педагоги, мастер-классы были и по вокалу, и по актерскому мастерству, и по сценической речи. Мы научились очень всему многому. Работа в течение дня была очень насыщенной, но не только обучением. Отдохнуть ребятам тоже удалось. Еще мы ездили на много экскурсий, на рыцарский турнир, на долину лотосов, купались в Азовском море, в грязевых ваннах были. Жизнь в Корольке очень разнообразна. Участники всегда полны интересными задумками, готовы к новым свершениям и победам. Подошла к концу наша передача школьного телевидения. Желаем отличных выходных и добрых новостей. До свидания!